Далее необходимо выполнить распределение расходов будущих периодов. А зайдем в финансовые результаты контрольник. Распределение расходов будущих периодов. Если мы перейдем на вкладку к распределению, то мы увидим, что у нас есть расходы, которые нужно распределить, но пока еще без суммы. Давайте попробуем распределить по коэффициентам и посмотрим, что из этого выйдет. Говорю распределить на расходы. Расходы нам нужно распределить на 3 месяца, начиная с текущего. Распределим по расходы. Коэффициенты такие 0,5 в первый месяц, 0,3 во второй и 0,2 в третий месяц. Проведу документ. База для распределения у нас больше нет, появился документ. И попробуем сделать закрытие месяца. Все операции закрытия месяца выполнились. Ну и давайте посмотрим, распределились ли правильно наши расходы. Перейдем на вкладку «Финансовые результаты», «Контролинг», «Отчеты по финансовому результату». Посмотрим отчет «Доходы и расходы предприятия». Сформируем за текущий месяц и сделаем детализацию до аналитики расходов. Как мы видим, у нас есть расходы на вклад в размере 30 тысяч рублей. Но почему всего лишь 30 тысяч? Давайте попробуем расшифровать до регистратора. И как мы видим, распределение РПБ сделало расход в размере 10 тысяч рублей. Как вы помните, мы делали приобретение 100 единиц спецодежды 1 по 4 тысячи рублей. Ну а списывали мы 10 единиц, соответственно это 40 тысяч рублей. Прибавим 1100 умножить на 10, 11 тысяч рублей. Прибавим 10 единиц специальной одежды номер 3 по 2000 рублей. Итого у нас расходы в сумме 71 тысяча рублей. По условиям задачи в первый месяц у нас должно списаться половина этих расходов, то есть 35 500. Но у нас распределение РБП сделало расход всего лишь 10 тысяч рублей. Ну, почему так, я не могу прокомментировать. Все коэффициенты мы задали верно. Сумма какая-то непонятная. Давайте поступим следующим образом. Если мы сейчас сделаем отмену проведения и зайдем опять в рабочее место распределения РБП, мы увидим, что у нас появилась опять база для распределения. Как раз те самые 71 тысяча рублей. Давайте введем еще один документ. Опять укажем 3 месяца, начиная с текущего. Распределим расходы. И мы увидим, что расходы у нас распределились в равных долях. Но нам нужно распределить расходы 50% в первый месяц, 30% во второй и 20% в третий. Так как распределение по коэффициентам не работает нужным образом, предлагаю сделать распределение вручную. 71 тысяча рублей – это у нас общая сумма расходов. Умножим на 50 и разделим на 100, получается 35 500. Это расходы первого месяца. Дальше 71 тысячу умножим на 30 и разделим на 100, получилось 21 300. Это расходы второго месяца. 71 тысячу умножим на 20 и разделим на 100, получаем 14 200. Это расходы третьего месяца. Как видно, в сумме все расходы как раз и дают 71 тысячу. Установили все суммы вручную. Говорим провести и закрыть. Выполним заново операции закрытия месяца. Все операции выполнились. И посмотрим снова отчет доходы-расходы предприятия. Как мы видим, теперь у нас расходы правильный. 35 500 – это у нас спецодежда, и 20 000 – это расходы на хранение товаров на складе. Давайте добавим этот отчет в избранное и сделаем отдельный вариант. Давайте убедимся, что у нас все в порядке с управленческим балансом. Контроль баланса пройден. Посмотрим, что у нас нет никаких
проблем между организациями. К оформлению 0. Посмотрим, что у нас выполнены в 0 все взаиморасчеты с клиентами. Остатков нет по долгам. Все выполнены взаиморасчеты с поставщиками. Все хорошо. У нас нет нигде зависших денежных средств. В кассах АКМ, в кассах основных и денежных средств пути везде все по нулям. Ну и еще один отчет, который мы добавим в нашу копилочку отчетов. Это отчет финансовые результаты. Посмотрим финансовые результаты за этот месяц по организации OptMSK, SquadMSK. Как мы видим, у нас доходы превысили расходы. Это хорошо. Получили положительный финансовый результат. Сохраним вариант отчета и также добавим его в избранное. Итого мы имеем в избранном все основные отчеты по всем выполненным в информационной базе операциям. Рекомендую указать для экзаменатора в сопроводительной записке, что все отчеты добавлены в панель «Избранное», сохранены необходимые варианты. Ну а на этом решение второго билета завершено.